Ну что, ребята, готовы? Собираемся с духом. Будет несколько колод, потому что я хочу максимально все раскрыть. Кто за вами следит? Через кого? Через что? Может быть, программы? Может быть, какие-то левые странички? Может быть, какие-то подставные утки или как-то подосланные казачки? Поэтому я сразу несколько достану и руны, и карты. Максимально раскроем. Итак, кто за вами следит? Через что или через кого? Так, руны. Благодарю. Также думайте о себе. Просто думайте о себе. Кто за вами следит? Через что? Через кого? Да, сразу выложим, потом сразу все это будем раскрывать. Классическая колода, она говорит прямо, открыто, максимально ясные, четкие изображения, да, без фантазий других авторов, поэтому я взяла классическую колоду. Подумайте о себе еще разочек. Думайте, думайте, кто за вами следит, кто за вами шпионит. Сегодня у нас следствие. Кто за вами следит? Через что? Через кого? И также я взяла очень откровенную, самую откровенную колоду Монара. Почему я ее взяла? Потому что она жесткая. То есть она, знаете, без... Ну, я ее называю мужской, да? То есть без вот этих лишних там соплей, без цветочков, без воды, без слюды, вообще без ничего. То есть четко, ясно, по существу. Жесткая, жесткая такая колода. Ну, как бы она эротическая, но... Режет правду матку, да? Она откровенная, поэтому голая правда по этой колоде идет. Так, тут колода почему-то туго у нас идет, ребята. Что там у вас такое? Вот по этой энергии прям как-то сложно идет. Так, ну что, давайте. Кто за вами следит? Через что? Через кого? Конечно, будем добавлять, если ну, по необходимости, да, если понадобится. Так, вступление, конечно, долгое, но, надеюсь, вы все уже настроились. Что, начинаем? Кто за вами следит? Через что? Через кого? Очень интересные вышли ответы. По рунам, по руническому оракулу. За вами следит Вселенная. Через человека, посланного вам Вселенной. Нет, сейчас скажу вам как, смотрите. За вами следит Вселенная. Через что? Через всевидящее око Вселенной. Да, то есть Вселенная, буквально весь мир, да, можно сказать, за вами наблюдает. Через призму. То есть за вами следит космос. Через призму Земли. Через призму человеческого существования. Тут такой философский идет контекст. То есть за вами следит белый свет. Через что? Через радугу. Да, то есть, когда белый свет попадает в пространство Земли, в атмосферу Земли, он начинает преломляться. Красный, желтый, зеленый, да, основной спектр. А через кого? Через некого человека, посланного вам судьбой. Это всадник. Этот человек, возможно, как вам сейчас его узнать, он имеет транспортное средство. Он часто в дорогах, это путешественник, и он ваш истинный супруг, он ваш спутник жизни. Здесь на карте изображена колесница, в которой запряжены два баранчика. Поэтому, возможно, этот человек по знаку зодиака Овен, Телец, Козерог. То есть кто-то, кто имеет рога, да, с рогами. Человек в дороге, человек может быть очень активный, пробивной, спортивный. Может быть, вы даже как-то его узнаете, воинственный. Но это ваш спутник, да? То есть это ваша колесница. Райда. Так, что же нам скажут здесь руны? Кто за вами следит? Снова карта богатства. Через что? Через кого? Так, вот теперь читаем, да, сочетание. За вами следит действительно Вселенная, знаете, следит за вами. Изобилие за вами следит, богатство за вами следит. То есть за вами реально следит, как бы вам сказать, ну, все сущее, да? Вот, может быть, вы так это ощущаете?
Через что? Через всевидящее око. Тут символ глаз, глаз, око, око, око. Через третий глаз кто-то следит. Конечно, ребята, здесь может быть кто-то следит через камеру, да, телефона за вами. Но знаете что? Это как бы по-божески, да, и по Божьей воле это. И кто? Человек веселый, человек жизнерадостный, человек, с которым вы веселились. Через кого? Через человека, с которым вы веселились. Вот эта личность, всадник Райда, за вами следит. В его имени могут быть буквы Р, В, цифра 5. Может быть, это что-то значит для вас. День, когда у вас было первое знакомство, либо у кого-то день рождения, либо эта цифра есть в дне рождения. Ну, пока что выходит, что за вами Бог наблюдает, да, через какого-то человека, через всевидящее око. Ну, может быть, да, что за вами следят через какую-то камеру, но это как бы с Божьего разрешения, так я вам скажу. Давайте посмотрим, что нам скажет классическая колода. Да, смотрите, за вами точно следит какой-то мужчина, вам по судьбе. Ну вот, да. Он одинокий, у него как бы, ну, никого нет. Он, может быть, работает много по ночам, может быть, за компьютером, может быть, с телефоном. То есть у него перед глазами все время монитор, который светится. Ну, это телефон, да, то есть ответ. Человек за вами следит из телефона, либо из компьютера. Вот сидит, да, сгорбленный и смотрит на вас. Это человек молодой, материальный, нацеленный на заработок, и он вам по судьбе. То есть за вами следит человек, который вам по судьбе. По всей видимости, это мужчина, отшельник, паш, райда, всадник. Да? Это человек, который вам по судьбе, за вами следит. Так, Монара у нас очень откровенная колода, поэтому я сейчас заранее возьму что-то, чтобы ее прикрывать. Ну, может быть, тут и не совсем откровенные карты, но сейчас будем смотреть. Так, кто за вами следит? Да, тут немножко надо прикрыть. Так. Сделаем вот так вот. Да, за вами, смотрите, за вами следит человек, с которым у вас был контакт, финансовый контакт. Паш Пентакли тоже об этом говорит. То есть, либо он вам деньги давал, либо вы ему деньги давали. И этот человек осуществлял ваши мечты. И вы с ним мечты осуществляли. Может быть, одну, может быть, много ваших заветных желаний он осуществил. И да, он сейчас интернет, вышла карта интернета. Он следит за вами через интернет. Смотрите, человек следит за вами через интернет, по карте МИР, по отшельнику, да, который как смотрит в монитор. Он следит за вами через интернет, через какой-то кружочек, значочек. Но знаете, ведь этот кружочек, значочек, это может быть аватарка ваша, да? То есть просто заходит и смотрит, например, были вы в сети или нет. Ничего я здесь страшного не вижу. А ответ вообще, что за вами следит Бог. Ну, как бы... Да, вот, кстати, у меня, видите, у этой колоды тоже на дне колоды Бог вышел. То есть за вами следит Бог, потому что Бог послал вам этого человека. И да, через него проявляется божественная сила. В общем-то, карты прекрасные. Посмотрите, какие у нас вышли руны. Богатство, изобилие, круглый год, веселье. То есть вышло, что за вами следит человек, с которым вы можете быть богаты и веселы круглый год. И вот у нас тут Пентакль и Колесо Фортуны, да, тоже как Кола-год. Вот эта карта, руна года, круглая. И Колесо Фортуны круглое, и Пентакль круглый, и Райда-колесница, Колесо-круг. Карта Мир-круг. То есть здесь ответ такой, что целый мир, целый земной шар, целая вселенная, монада, да, монада, ваша душа, ваш жесткий диск. Да, за вами следит. То есть ваша вторая половинка за вами следит. Ваша вторая клеточка, ваша кровиночка, ваша половина вашего сердца за вами следит. То есть за вами следит человек, которого вы воспринимаете как целый мир, и с которым вы хотите объездить весь мир,
совершить, может быть, кругосветное путешествие. За вами следит человек, с которым вы хотите жить всю свою жизнь. То есть прожить полностью круг. Да? То есть круг – это завершенность, цикл. Вышла руна богатства. Богатство – круглый год. И богатый праздник, посмотрите. То есть вы хотите каждый день, чтобы был праздник, и чтобы так каждый день было круглый год и всю жизнь. То есть за вами следит человек, который вам по судьбе и по миру. Что значит по миру? Это человек, с которым вам нужно мириться. Это человек, с которым вам нужно жить в этом мире. Он за вами следит. Но через него проявляется божественная сила. Он вам по судьбе. Он по фортуне. Здесь, конечно, для женщин, мужчина, здесь у нас не вышло ни одной женской карты, но на сигнификацию женской карты можно, конечно, взять отшельника, да, потому что тоже может быть женщина. Поэтому, если вы смотрите меня мужчина, то за вами следит женщина одинокая. Как она следит? Точно так же. Со своего смартфона, либо со своего компьютера. Ночью, может быть, когда вот ложится спать и проверяет. Что она проверяет? Ну, снова-таки, вашу аватарку, да, вот Паш Пентаклей, вот кружочек у него, смотрит на вашу аватарку, любуется. Круг, да, то есть что-то, на что-то круглое, значок круглый. И она постоянно это делает, но она делает с хорошими мыслями. Вы думаете, о чем она тогда думает? Она радуется. Она вспоминает ваши путешествия. Она вспоминает ваши встречи. Год. Может быть, у нее воспоминания, то, что было год назад, она вспоминает. Да, по интернету, да, она вспоминает, как вы осуществляли вместе мечты, как вы были вместе где-то. Может быть, у нее дома, может быть, у вас дома. Как вы ей давали деньги, как вы дарили ей цветы, подарки. Как вы осуществляли ее мечты, как вы ее куда-то возили. Какому-то дереву. Посмотрите, здесь дуб, либо какое-то мощное дерево. Либо вы ездили куда-то, где есть скалы и мощные деревья. На какое-то место силы вы могли ездить, на какое-то капище. Или место предки, там, где предки, какие-то сакральные места, там, где стоят, может быть, какие-то камни вековые, скалы, деревья мощные. Куда-то вы ездили, и домашнюю обстановку она вспоминает. То есть здесь за вами следит человек, который вас любит. Но сказать, что он вас любит, знаете, это мало. За вами следит Бог, да, через этого человека. За вами следит ваша вторая половинка. За вами следит ваш дух. И ваша душа, то есть за вами следит ваш дух и ваша душа. Дух за вами следит через мужчину, который, если вы женщина, а душа за вами следит через женщину, которая ваша женщина, если вы сейчас меня смотрите, мужчина. Да, здесь позитивная такая слежка. Говорит, ничего плохого я не вижу здесь. Давайте переспросим все-таки, конечно, есть ли здесь какой-то злой умысел у этой слежки, но я его не вижу. Нет, здесь любовь. Ой, ребята, за вами следит человек, который вас любит. Это однозначно. Тут как бы нет никакого абсолютно плохого умысла. Здесь слежка по любви. Ну, давайте спросим, так как часто он следит. Хотя тут ответ, конечно, постоянно. 9. Смотрите, следит постоянно, да, но, может быть, не проявляется, не открывает своих чувств, не открывает то, что следит. Уже голова у него болит, да, он следит. Как часто? Ну, раз в 9 часов, да, он проверяет, возможно, вас. С любовью. То есть здесь любовь, ну, не раскрывается, да? Не раскрывается, что он за вами следит. Угу. Давайте посмотрим, как вы к нему относитесь, к этому человеку. Как к победителю. Как к победителю. Ну, смотрите, здесь любовь, победитель. Но почему-то... А почему тогда он не раскрывается? Бог. Ну, видите? Карта Бога. Вот она и выходит, карта Бога. Бог и туз Пентаклей. Вышло 2 туза. Туз кубков, туз Пентаклей. Знаете, этот человек духовно развивается. И он словно бы сейчас берет у Бога шанс стать для вас Богом. Здесь такой ответ. Этот человек хочет стать для вас Богом. Этот человек хочет, чтобы вы увидели в нем Бога. Знаете, как индусы говорят, нужно в каждом человеке видеть Бога. Нужно в каждом, везде. Бог везде. Бог действительно везде и во всем. И вы. И в вас. И вы в Боге, и Бог в вас. Вот этот человек хочет, чтобы вы увидели в нем Бога. Он хочет этот шанс, чтобы вы увидели в нем, что он не примитивное существо, а божественное. Что в нем тоже есть дух. Что в нем, что он тоже духовно развивается. Видите, он действительно духовно развивается. Отшельник.
карта Бога, он любит вас, но он хочет выйти на уровень выше, на уровень Бог. Так, а на каком уровне вы сейчас? Вы на уровне любви. Вы на уровне любви. Но вам сейчас прям нехорошо. От чего вам нехорошо? Ну, вот от того, что этот человек не проявляется, да? От того, что человек не проявляется. Но он проявится. С каким-то, вот как раз, видите, шанс. Он хочет какой-то шанс взять. Денег, возможно, заработать. Какой-то подарок. Стать для вас золотым человеком он хочет. Да, проявится с радостью. Вот как раз Руна Вуньо. Она ассоциативна и есть тройка кубков. Да, он придет к вам. То есть этот человек придет к вам, он проявится. Он все-таки выйдет из этих всех своих ограничений и начнет не только следить, но и действовать. Да, вы снова видите, он следит за вами по миру. Он действительно по интернету пока только за вами следит, но он будет двигаться. Он будет двигаться. Пока что он только наблюдает. Но двигаться он обязательно будет. Ну вот так, ничего плохого, никаких тут шпионских игр нету. Ну давайте перепроверим, если вы волнуетесь, да, давайте перепроверим, есть ли какие-то третьи лица, которых он, да, может подсылать, чтобы они за вами следили, есть ли какие-то третьи лица. Здесь мы видим, что человек сам следит. Есть ли какие-то третьи лица, через которых он может за вами следить? Нет. Нет, десятка жезлов абсолютно нет. Десятка пентаклей, десятка жезлов. Ну, смотрите, вышли карты завершения, да, то есть ответ нет, 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 да, то есть здесь он, только он это делает, только он это делает. Ну, десятка пентаклей, конечно, карта и семьи. Кто-то из семьи следит за вами еще. Король кубковый. Кто-то король кубковый, королева жезлов. Король кубковый, королева жезлов. Ну, может быть, это его родители. До этого человека еще о вас знают. То есть мама, папа. Десятка пентаклей – это карта семьи. Возможно, да. Хотя, видите, он не хочет, скорее всего. Десятка жезлов, десятка пентаклей. Мама, папа, возможно, да. А, кто-то на работе. А кто на работе еще? Императрица. А кто это императрица? Какая-то императрица-благотворительница. И кто она? Паш Пентаклей. Король жезлов. Смотрите, ну опять как будто бы, знаете, это какие-то люди старше него. Может быть, это бабушка и дедушка. Или на работе, если у него семейный бизнес, если он работает с родителями, как-то это все связано у него. Как эти люди относятся к вам? Хорошо, считают вас ангелом. Ну, то есть, смотрите, даже если там кто-то знает из семьи, там мама, папа, бабушка, дедушка, там еще Паш выходил, может быть, какой-то там его ровесник, брат, сестра, то относятся к вам как к ангелу. То есть, в любом случае, относятся к вам хорошо эти люди. Это нельзя сказать, что это слежка. Просто люди о вас знают. О вас знают. Так, ребята, ну что, давайте сейчас еще разочек спрошу, стоит ли вам все-таки чего-то опасаться в плане какой-то слежки за вами? Стоит ли вам чего-то опасаться? Нет, ноль. Ноль. Абсолютно. Nothing. Nothing. Ноль. Радуйтесь жизни, будьте счастливы. Вы сильны, вы в силе. Вы очень сильный человек, вам опасаться вообще ничего не стоит, потому что вы очень сильный человек. Сила и шут, да, то есть вы, знаете, в чем сила шута? Вот он идет, падает в пропасть, но он знает, что даже если он будет падать, его подхватят ангелы. Знаете, блаженный. То есть кто обидит блаженного? Кто обидит блаженную? То есть они вас видят, что вы благая, да, как ангел. Как, знаете, как праздник Благовещения, Благовест. Они видят, что вы Благовест. Благая весть для них. Благовеста, да? То есть они видят, что, возможно, вы невеста этого мужчины. Вы невеста.
И, в общем, они могут считать, что вы блондиночка, да, там дурочка, но при этом сильная дурочка. Не знаю, как сказать. То есть дурочка, которая имеет силу. Ангел, который управляет животными. Ангел, который управляет животными наивностью, любовью. Знаете, как они видят вас, что вы как маленький ребенок, который сует руку в пасть бульдогу и не боится. Вот такая вы по силе. Да, то есть вы не боитесь. Вы идете легко по жизни. Вы тут идете, знаете, по жизни, ну, вообще, знаете, что у вас все будет хорошо. Там буквально уверены в том, что даже если придете дорогу на красный свет, ничего с вами не случится, абсолютно. Все машины остановятся. Так, хочу еще у Монары спросить, подтвердить, действительно вам не стоит совершенно ничего переживать, беспокоиться. Монара показывает, что у вас есть эти переживания по поводу мужчины, но они не обоснованы, потому что вы с ним истинная пара. То есть, да, у вас есть как бы скорбь, тоска, возможно, какая-то по этому мужчине, но переживать вам не стоит, потому что он и вы настоящая пара. То есть вы истинная пара. Не стоит вам переживать. Тут он, да, быстрее переживает. То есть вышли вы парой с этим мужчиной, который за вами следит. Вы оба друг друга хотите. Возможно, да, вы сейчас на расстоянии, в расставании сейчас. Но он видит вас как благую, как благородную, как благотворительницу, как благую весту, да, служительницу, как гестию, служительницу весты. Невеста. Здесь невеста идет. Здесь идет невеста. Да, сердцеедка, невеста, страсть у этого человека к вам. То есть он по страсти за вами наблюдает. У вас взаимная, обоюдная страсть. Он к вам вернется. Да, если вы думаете, вернется он к вам или нет, этот человек. Да, он вас любит. Вот он, король кубковый. Двойка кубков, король кубковый. Человек вас любит. Поэтому залечивайте свое разбитое сердце. И тут тоже карта шута, тоже карта нолика. То есть он такой же наивный, как вы. То есть вы аркан шут и на него аркан шут. То есть благой и благая, благотворитель и благотворительница. Ведь у нас тоже шестерка пентаклей выходила, карта благотворительницы, а он с денежкой, благотворитель. То есть вы оба светлых, добрых человека, которых видят помощниками, ангелами, сильными. То есть вы сильная и добрая одновременно. И он сильный и добрый одновременно. Вот такой человек за вами следит. Здесь любовь, ребята. И он вам служит. Он слуга земли. Да, то есть он сейчас, может быть, что-то для вас конкретно делает. Служит. Карта называется «Слуга земли». Вот, да. Посмотрите на эту карту. Может быть, как-то она откликнется у вас. Что-то вы узнаете, возможно, в этой карте. Ну что ж, ребята, на этом расклад завершаю. С кем прорезонировала, я очень рада. Пишите в комментариях, потому что все вышло очень по-доброму. Вышел человек, что человек вас любит, что вы с ним на расстоянии, но он следит за вами с очень добрыми, чистыми, искренними, благими, детскими, даже, я бы сказала, наивными, открытыми, божественными мыслями. То есть вы для него весь мир, вы для него Бог, Бог и богиня. То есть вы здесь вышли в паре, вы пара, да, он хочет подняться на ваш уровень, он хочет стать таким же сильным, или вы, да, хотите стать такой же сильной, как он, подняться на его уровень, понять его. Все замечательно, пишите комментарии, ставьте лайки. Всего доброго.